Перед большим совещанием в Немин Кондратьев посетил санаторно-гостиничный комплекс муниципалитета. Так, на выбор туристов в Небуге санатории и гостиницы разных категорий. Современный отель принимает гостей действительно на твердые 4 звезды. Это инвестиционный проект. Договоренности были заключены в Сочи еще в 2012 году. Сейчас к открытию готовится второй корпус с комфортными номерами, спа-зоной и бассейном. Пляжный отдых конкурирует со оздоровительным. В местном санатории третьей категории лечение проходит с видом на море. Здесь постояльцы могут пройти курс грязи лечения, принять углекислую ванну и лечебный душ. В фойе здравницы открыты бюветы с минеральной водой. Губернатор отметил, что такая возможность свободна и не ограничена. Пробовать лечебный напиток – одно из главных конкурентных преимуществ санатория. Санаторно-курортная отрасль находится в рынке. Вы также находите те точки, которые должны вам дать конкурентное преимущество на рынке. И вот сегодня это конкурентное преимущество нужно находить. Бюет, я считаю, это одна из точек, которая и является конкурентным преимуществом вашего уже санатория по сравнению с другими санаториями на курортном рынке. И сегодня человек, который приезжает, не только море, великолепно, великолепные номера, столовую даже не назовешь, это ресторан, можно сказать, еще и бювет, лечебная вода. Это все в совокупности уже и позволяет вам не только сегодня хорошо жить, но и уверенно смотреть завтрашний день и развиваться. И чтобы туристы выбирали отдых на отечественном побережье, в регионе разрабатывают новые экскурсионные маршруты и объекты турпоказа. Курортная отрасль отдает реальную прибыль. Только за 8 месяцев предприятия сферы отдыха перечислили в бюджет почти 5 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года.